Друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на нашем канале. Здесь мы с вами рассказываем про иммиграцию, про обучение за рубежом, а также, может быть, даже просто про путешествия. Сегодня мы поговорим об очень актуальной теме – это трудоустройство в Германии. На данный момент принят закон об упрощенном режиме трудоустройства иностранных граждан, а именно граждан с Российской Федерации и из бывших республик стран СНГ. Что обозначает этот закон и как он будет работать. Да, это очень интересно, поскольку на данный момент в интернете на эту тему входит очень много разнообразной информации. Давайте немножечко в этом разберемся. Если раньше для того, чтобы, например, гражданину Российской Федерации трудоустроиться в Германии, его работодатель должен был доказать властям тот факт, что он не нашел среди граждан Германии или граждан Евросоюза сотрудника на данную должность. А для работодателя это было довольно-таки сложно, да, такой вот момент именно доказывания и документального сопровождения. Что говорит нам данный закон? Данный закон говорит о следующем. На данный момент работодатели в Германии не обязаны отдавать предпочтение гражданам Германии или гражданам из Евросоюза. То есть работодатели могут отдавать свой выбор абсолютно на любых граждан, в том числе и иностранцев. Да, это могут быть и граждане Российской Федерации, Украины, Белоруссии, любой стран СНГ. Сразу хочу перейти к следующему моменту, что трудоустройство действительно облегчено. Но это не значит, что можно приехать без знания языка, просто там прийти в какую-то компанию и сказать: берите меня, и приступить к работе. Все-таки некоторые сложности в этой процедуре имеют место быть. Что конкретно сейчас вам объясню. Смотрите, для того, чтобы иметь возможность выходить на немецкий рынок и искать себе работодателя, у вас должны быть документы, которые подтверждают вашу квалификацию. Если вы электрик, значит, документы, подтверждающие вашу квалификацию, что вы электрик. Если вы парикмахер, значит, что вы парикмахер. Если вы сантехник, то значит, документы, подтверждающие данную квалификацию. Как это можно сделать? Сделать это можно с помощью органов, государственных органов Германии, которые занимаются аккредитацией дипломов. Для тех, кто хочет работать в Германии, несмотря на то, что закон еще не вступил в законную силу, можно уже сейчас заняться аккредитацией своих дипломов. Ссылочки в описании под этим видео я оставлю статью, как самостоятельно можно пройти именно эту аккредитацию. Здесь мы необходимо будет взять документы, которые подтверждают вашу квалификацию. Это диплом об обучении, это может быть трудовая книжка, договора, сопроводительные письма, рекомендательные письма, все, что связано с вашей работой. Вам необходимо будет все это перевести на немецкий язык и отправить в соответствующий орган. Также необходимо будет оплатить государственную пошлину и ждать определенное время. Сроки могут достигать до 3-4 месяцев. После того, как решение будет принято, вы получите письмо, в котором будут обозначены такие моменты. То есть либо аккредитация ваших документов будет пройдена полностью, либо частично. Значит, если аккредитация была пройдена частично, вам необходимо будет пройти обучение на территории Германии. То есть вы сможете приехать по студенческой визе на территорию Германии, пройти курсы повышения квалификации, тем самым ваша аккредитация будет пройдена полностью. После того, как вы получаете этот документ, вы сможете заниматься поиском работы. Смотрите, далее у вас есть два пути. Вы можете заняться поиском работы, находясь в своей стране дистанционно, да, то есть отправлять свое резюме работодателю и тем самым искать себе работу. Также вы можете прибегнуть к помощи агентств по трудоустройству и искать тоже через них. И второй вариант. Вы можете оформить рабочую визу сроком до полугода с целью поиска работы. Единственный момент, по данному типу визы для поиска работы необходимо наличие денежных средств в банке, которое будет подтверждать, что у вас есть финансы на период нахождения в стране, то есть пока вы будете
искать работу. Неизвестно, сколько времени это займет, что у вас есть денежные средства на собственное жизнеобеспечение. Вот основные моменты по трудоустройству в Германии я вам рассказала. Один момент я забыла все-таки упомянуть относительно знания языка. Все-таки знание языка требуется. В некоторых случаях это может быть английского достаточно, а в некоторых случаях обязательно нужен немецкий язык. Все зависит от вашей профессии и от той позиции, на которую вы претендуете. С одной стороны, все выглядит довольно-таки сложно, а с другой стороны, на самом деле, очень легко. Поэтому тем, кто все-таки заинтересован в немецком рынке труда, я также оставлю ссылочку в описании на ярмарку вакансий, которая проходит ежегодно в Германии, проходит несколько раз в году. Я сама буду участвовать на этой выставке, буду не участвовать, но буду просто ее зрителем, потому что мне тоже это очень интересно. Поэтому проходите, пожалуйста, вниз по ссылочкам в описании, ознакомьтесь с информацией. Не думайте, что все очень сложно, то есть, в принципе, это все реально. Попробуйте начать с подтверждения ваших дипломов. Дальше найти работодателя будет уже не так сложно, а изучение языка можно начать изучение языка, находясь в своей стране, в своем городе. То есть даже на период, пока ваши документы будут проходить аккредитацию, вы уже можете начать изучать язык. То есть 3 месяца этого достаточно, чтобы освоить какой-то базовый уровень. Сейчас я вам хочу сказать, что я очень благодарна вам за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. В ближайшем будущем мы будем публиковать все больше и больше актуальной информации по иммиграции, по работе за рубежом на нашем канале. Всем пока, до новых встреч!